предложение. Правительство Орловской области сняло ограничения с работы общепита, а также с культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем отменены региональные QR-коды. Такое решение было принято накануне в рамках еженедельного заседания регионального оперштаба. Приняли решение, по сути, о снятии всех ограничений, которые действуют в регионе. Это касается работы общественного питания, предприятий общественного питания, как по времени, так и по формату работы. Это касается культурных и развлекательных мероприятий по ограничению численности. И мы отменили региональные QR-коды, которые необходимы были для посещения ряда учреждений. А по состоянию на 25 февраля в Орловской области зафиксировано 578 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 20 человек меньше, чем днем ранее. Выздоровело 304 жителя региона. Скончалось пятеро. Такие данные приводит региональный оперштаб.